Сколько у нас сегодня интересного? Начнем сразу с самого главного. Это с платья. Слушай, а ты что такая высокая? Каблуки, что ли, надела? Опять ты соскучилась по мне. Я не обратила внимания. Очень скучали. Светлана Воронцова вернулась с отдыха. Значит, будет много всего интересного. Лично подбирала сегодня она коллекции для распродажи. Ну что ж, я хочу напомнить, что цена распродажи, она не окончательна. Вспомните про нашу акцию. Новый год в июле! Еще минус 300 рублей для наших новых покупателей. Ну, давайте сразу о главном. Бренд «Лавира» всегда радует женщин богатством выбора, эксклюзивными моделями. Оля Гридунова сегодня выбрала для себя платье «Розовый сад». Черный классический цвет всегда стройнит наших женщин. Но здесь не только черный цвет, здесь еще яркие коралловые цветы. И вообще создается ощущение, что ты укутана вся цветами. Я укутана еще нежностью, мне очень нравится эта ткань. Расскажи, пожалуйста, про нее тоже. Вначале цвета. Да. Яркий синий цвет выбирает для себя наша модель Елена, и коралловый цвет был на Любе. Ну а для тех, кто любит бирюзу, дорогие друзья, мы предлагаем вам сочный бирюзово-голубой цвет. Но вы уже заметили, что каждое платье бренда «Лавиры» имеет свои особенности. Платье от Ирины Кулаковой радует женщин прежде всего тканями. Оля задала вопрос, почему в этом платье «Розовый сад» ей так комфортно. Я, Оленька, отвечаю на твой вопрос и для всех женщин. Немаловажную деталь в посадке платья играет ткань. Здесь мы видим с вами ткань не только эластичную, но еще и приятную. Вообще, вот по тактильным ощущениям, ткань напоминает прохладный шелк. Вот это правда, цвет. Это сейчас очень важно. Когда мы шествуем по улицам города, хочется как можно дольше находиться на улице, но солнце так печет. И вот это наш кондиционер, понимаешь, даже на улице. Это здорово. Ну, а помимо кондиционера, я хочу сказать, что наше платье умное. Вот многие женщины, надевая платье, видят в отражении совершенно другую женщину, более стройную. То же самое вы почувствуете в нашем платье «Розовый сад». Ведь у этого платья есть масса особенностей. И я сейчас об этом расскажу. Любонька, я иду к тебе. Вы заметили, что платье состоит из двух различных тканей. Однотонная ткань по линии плеча сотворит чудеса. Она делает вашу фигуру более пропорциональной. Поэтому бедра за счет именно этой линии становятся уже. Линия плеча плавно переходит к ручкам. Зона проймы у нас дышит, все свободно. Поэтому это не только комфортное платье, оно еще и мега удобное. И это платье будет вас тройнить. Но это платье является специальным предложением только сегодняшнего дня. Это самая выгодная покупка на сегодня. Платье «Розовый сад». Запомните это название на целый день. А лучше прямо сейчас звоните, пока все 4 цвета на выбор в наличии и все размеры от 50 до 64. И еще движемся дальше. Люба демонстрирует эластичность, а я хочу обратить ваше внимание на низ изделия. Посмотрите на нашу Любу. Любочка, повернись боком. Обратили внимание на то, что зона арки в боковой зоне шва, посмотрите, оформлена очень необычно. Это такой метод замочной скважины, который применяют сегодня и в воротниковой зоне, и в низе изделия. Мы можем расслабить ее, как у Елены, и тем самым платье «Розовый сад» становится длиннее. Фасон его тоже меняется. Платье-трансформер, платье с изюминкой, с фишкой, как говорит моя мама. Если вы ищете что-то особенькое, особенное, платье «Розовый сад» специально для вас. 4 цвета на выбор. Светочка, я еще хотела бы тебя спросить вообще вот про качество, да? То есть вот так вот фиксируется. Да, все очень спокойно, ты сама регулируешь, делаешь бантики элегантные, и твое платье просто на глазах преображается. Вообще все такие детали Ирина Кулакова очень любит, поэтому ее изделие всегда отличается от всех остальных. Я поняла, Оленька, твой вопрос. Качество. Кстати говоря, о качестве всегда заглядываю внутрь. Именно швы скажут нам многое. Брендовые вещи – это не только эксклюзивные ткани, это 100% качество. Ты замечала когда-нибудь, что при носке или при стирке вытягивая ткань, мы слышим треск? Да! Вот! Вот такое случалось не раз, а да. На примерочной это некачественные стыдно. Нити. Вы тоже с этим сталкивались? Тогда рекомендую вам выбирать «Лавира» платье «Розовый сад». Здесь подобраны не только ткани, которые эластичны, но и нить вместе с тканью тянется. Ну что ж, прекрасное платье, изумительное качество, а можно было и под юбку не заглядывать. Правильно, Свет? Потому что это бренд «Лавира», это эксклюзив. Это брендовое платье, отсюда и качество, отсюда эксклюзивные предложения от самого производителя только у нас, только сегодня, только один день. Платье сядет идеально на любую фигуру. У нашей Оленьки Гридуновой рост 1,61 м. У платья хорошая длина, прикрывает колени. Ну, а наши девочки гораздо выше. Поэтому мы делаем вывод, что это платье подстраивается под нашу фигуру. И при помощи оригинального фантазийного низа мы можем отрегулировать длину изделия.